Обласний центр поширює взаємоотношення з Китайською Народною Республікою. Черговим кроком у їх розвитті стало підписання програми співпрацівництва на 2 роки поміж Могильовом і китайським Чжэньчжоу. Побратимские связи повинны давать конкретные выники у экономики. Такую мету ставить перед собой делегации. Заключенный контракт на поставку у город побратим продукции Могилевского молочного холдинга. Первая партия товара худко отправится на полицы китайских магазинов. Мы хотим с вами торговать. Посетили предприятие Бабушкина рынка и удивлены, насколько современные там технологии и продукция. Оценили возможности СЭС. Сегодня нужно сотрудничать и в плане инвестиций. Наша задача также передать информацию остальным предприятиям в Чжэньчжоу о Могилеве. Перемовы зараз ведутся и про створение на базе предприятия Могилев Трансмаш совместной вытворчести микроавтобусов. Одним из пунктов программы стало так само махчимое открытие о Могилеве представительства китайской логистичной компании. Это допоможет с реализацией товаров. У нас есть хороший центр логистики, который буквально в текущем году мы открыли, вы знаете, по улице Крупской. И если сегодня найдется инвестор и компания, которая, вот, в принципе, она здесь присутствовала, компания из них, что мы готовы рассматривать и открыть ваше свое представительство в городе Могилеве. Я думаю, что это будет опять-таки польза и для города Могилева, и для нашей экономики. Наталья Ильинч, Олеся Рыбалка, Денис Бутылин, Новин Регион.